В республике развивают рыбохозяйственный комплекс. В рамках госпрограммы в этом году в Аллайховском Улусе ввели две рыбопромысловые базы и модульные цеха. Накануне рыболовецкие участки производственного кооператива родовой общины «Русское Устье» посетила рабочая группа Госкомитета республики по делам Арктики. Все подробности у Андрея Слепцова. Первый день рабочая группа Государственного комитета Республики Саха-Якутия по делам Арктики побывали в рыболовецких участках села Русское Устье. Производственный кооператив родовой общины Русское Устье является передовым рыболовецким хозяйством республики. Общая квота на летнюю путину составляет около 400 тонн. Ежегодное освоение квоты 100%. На данный момент рыбаки заготовили 150 тонн. Ждут рефрижератор «Магдебург», чтобы отправить партию свежезамороженной рыбы высокого качества в город Якутск для нужд населения республики и страны. Шоковая заморозка рыбы в этом году внедрена в Аллайховском районе. Находимся на участке Лобозное русского села Русского Устья. И сейчас рыбу летнюю можно хранить не в ледниках, а в современных санитарных условиях, в камерах шоковой заморозки рыбы. Также рабочая группа посетила родовую общину Айотун, где в начале июля был введен запуск рыболовецкой базы. Рыболовецкая база включает в себя модульное жилье для рыбаков, баню, дизельную станцию, морозильные камеры, обеспечивающие шоковую заморозку и первичную переработку рыбы. Такая база впервые, конечно, создана и очень, я бы сказал, перспективная. Сегодня для молодежи большое будущее. За два дня работы группа осмотрела объекты технической модернизации. Переговорили непосредственно с членами бригад рыбаков. Посмотрев объекты технической модернизации, переговорив непосредственно с бригадами рыбаков, мы опять-таки убеждаемся, что идем по правильному пути. Сегодня повышается производительность труда вдвойне, повышается даже втройне. Сегодня некоторые технологические процессы, это таскание в ледник и так далее, когда как они замораживали партию рыбы в течение 24 часов. Сегодня с помощью таких технологий буквально этот же объем замораживается за 5 часов. В этом году такие же рыбопромысловые базы начали работать в Нижнекалымском, Булунском и Усянском улусах. Андрей Слепцов, Макар Прудицкий, Анна Слепцова, Аллайховский улус.